Мне очень понравилась та игра с окрашиванием домиков с головоломкой той. Я аж жаловался, что она мне очень не понравилась. Ой, я аж радовался, что она мне очень понравилась, поэтому я еще такую головоломку скачал. Но теперь уже про убийство людей Джейсоном Вурхизом из «Пятницы 13-й». Ой. Он так застопорился. А что, если мы так 25 минут бы? А, все нормально, Google Play игры. Я разрешил мой аккаунт Google Play. И все будет нормально. Все будет нормально, только пусть он загрузится, а то уже минута прошла. Мне интересно, там ограниченные ходы или нет? Ты нам это скоро? Или не скоро? Я знаю, это разрешение, оно долго грузится. Ну ты скоро, уже 1 минута прошло с половиной. Ну, скоро-то уже 2 минуты. Назад, назад, назад. Не, вот это, ну, потыкать может. Поводить. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Трави, сидел, кузнечик. Разрешить. 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 Разрешили? Разрешить. 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 Ура, все, я разрешил. 2,5 минуты на это. Да, мой аккаунт. Все. Опять. Разрешить, разрешить. Все? Все или не все? Я уже 3 минуты на это потратил. Как интересно. 3 минуты на загрузку смотреть. Надеюсь, первые уровни будут такие же быстрые, как и там. В домниках. А то тут совсем плохо. Ура! Все? Больше не будете у меня ничего запрашивать? А ты грузись. Что, опять? Разрешить. Все, давай, грузись. Грузись, тебе говорят. Мне кажется, мы никогда в эту игру не поиграем. Уже 4 минуты прошло. У нас даже игра не загрузилась. Я даже главное меню не увидел. И котенок прос... Ура! Загрузился почти. Прям макушечку осталось. Ура, Мегамарк. Мамин мегамаркет, что это такое может быть? Мамин мегамаркет, так. Открывает все эпизоды, открывает всех Джейсонов, открывает сундук. Эпизоды, так. Купить. Потрошитель разрушился, это исторический Джейсон. Так, возвращение на озеро. Кристальное, так. Кровожадный электрический кибер. Огненный оружие. Эконом супер мега ультра. Так, в общем, назад. Мамин мегамаркет нам не нужен. Нам нужно играть. Тут музыка вообще есть.
воспоминания об озере. Их предупреждали. Теперь пусть пеняют на себя. Да пусть пеняют, а классический Джейсон, идеальный маньяк-убийца. Этот образ всегда в моде. Какой-то он квадратный, этот образ. Ой, воспоминания об озере. Эпизод 1. Раунд. Файт. Или не файт. А, 20 лет назад в хрустальном озере ударил мальчик. Но потом всех их убили. Одна за другим. Кровавая резня на хрустальном озере в пятницу верна. Их убила мама твоего мальчика. Памелы Вургес. Смерть маньяка от рук последних вывез. Чтобы остановить ее вошатых, пришлось отрубить ее. Джейсон до сих пор бродит в этих лесах и мстит за смерть. Стоп, а разве не мама? Да, разве этот мальчик не утонул? Стоп. Возможно... Как крови вы хотите видеть? ПГР, П... Что? ПГР. Что такое ПГР? Я сейчас спрашиваю, сколько крови вы хотите видеть? Что такое Р? ПГ? Разлево много, справа мало? И что? Наверное, так. Нет. Убрать. Я выглядел ради... Мясорубка на хрустальном море. 11-13. Меня так бросили? Джейсон, солнышко, ты должен защитить меня. Быстро приведи пальцем по экрану, а то я тебя убью. Чтобы двигаться и атаковать. Спасибо, мамочка. Какая ты добренькая. Радуйся. Не так это сказали. Да, отлично. А теперь доберись до последней девчонки. Она. Я убрала случайно. Я не понимаю, что это было. Зона смерти. Ну, Вадик. Я профессионал, блин. Я промахнулся. Пожарность уровень. Я еще перед тем, как это сделал, я сказал, я мастер в этом. Нахер ломастер. Что происходит? Ответьте мне. Закрыть. Что это? Где я? Что это? Что случилось? Что случилось? Я у вас на паузу. А, нет. Все нормально, эта игра вылетела. Так, давай, крутись. Надеюсь, не так долго будет. И навечно тут не застрянь. Уже 8, только один уровень прошли. Но уровни-то легкие. Вот обратно заходить в игру и все остальное, это нелегко. Так, нужно что-то делать. Нужно играть. А как? Неизвестно. В общем, тут маска красная. Так, 5-13. Играть ежедневное убийство. Маме смертельный марафон. Ну, я играть буду, сюжетный режим проходить, что это такое. Да, играть в воспоминания об озере. Их предупреждали. Да, их предупреждали. Хорошо. Что их предупреждали? Убойный стадион. Уровень 2 из 13. Так, Котик, скажи мяу. Спасибо. Какие мерзкие туристы. Пойди туда и покарай их, Джейсон. Да, мамуль. Как добрый все-таки. Ну, протопно, как этот... Этот чувак тоже ходит так же, как я. Да, тут Джейсон. А,
Ё-моё, надеюсь, мне с ограничением по возрасту не поставят. Было бы очень плохо. Ты что, напилась? Почему у тебя пузырьки выходят? А, нет. Мне сейчас зону смертельную. На-на! Что? Вообще не... Ну почему? Я же профессионал в этом. Урлыка. Вот уже. Тут заборчик. Покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон. За то, что они сделали со мной. Убей за маму. Мне кажется, у них не такой голос должен быть. А тут теперь фидов нету. Так, стоп, стоп. Как мне тут сделать что-то? А, я не могу просто сделать это вот. А, я так должен был сделать. Та-дам. Эй, мамочка. Пошли, девчонка. Пей, бухай, девчонка. Какой кровожадный. Даже наполовину зону кровожадности я никогда не вел. Я понял, она слишком запоздалая, нужно намного раньше начинать. Ой, это вы мне за каждый уровень будете рекламу давать? Можно просто интернет включить? Как интересно. А игра это с интернетом или без? Здесь без интернета. Как и домик. Но... Возможно и с интернетом. Просто чтобы у меня больше каждый уровень игра не вылетала. А то она в некоторых играх после реклам вылетает. Так, статус Nerve Zero Stale Dad Google Play Service Failed. Что-то непонятное. Ой, у меня 12 секунд. 12 минут. Из 25. Ой. Играть. Так, играть. Классический Джейсон. Пузатый он какой-то. Уровень 4 из 13. Ну все, игра работает. Бизнес на это. Полуночный убийца уровень 4. Почему они от тебя убегают? Ты у меня особенный. И сегодня твой день рождения. Не знаю, они от меня убегают. Кики, мама. Какой мужик? Мальчик-девчик. Так. Не настолько кровожадный, что это 4 уровня. Ужас под звездами. Уровень 5 из 3. Не, это не что я кровь брал. Вы серьезно хотите брать кровь? Запомни, Джейсон, если нужна будет помощь, сразу же проси у меня подсказку. Спасибо, мам. А мне тут нужна подсказка. Мама, я немножечко тупой. Ты же всегда в это верила, да? Что я немножечко тупой. Можешь ему эту помощь немножко подсказать, что ему надо делать? Ага. А то твой тупой сыночек ничего сделать без тебя не может. Я специально так сделано. Чтобы я не смог ничего сделать, как будто я тупой. А я не тупой, я все понимаю, как надо сделать. Я прошел головоломку с домиками.
Почему я это должен не пройти, а? Но это, в принципе, сложно было. На тебе. А, еще он спалал, да. Я все так и знаю. Очень жестокая игра. Последний мальчик. Все, тебе капец, последний мальчик. А может быть и нет. Тут много людей живало. Теперь он что-то начал работать, а? Когда надо. Это все из-за того, что я интернет отключил. Враги в панике. Уровень 6 из 13. Не надоел говорить этому голосу. Видишь, как они боятся виды крови? Убей Джейсон за маму! Отлично, мам. Где пацанчик? Да, здесь пацанчик. Стрельная девчонка. Вот он не блится там. Да, наконец-то. Кровавая баня, 1000 XP мне дали. Ура, кровожадность повысилась. Вот бы она каждый раз так и повышала. Чистильщик 7 из 13. Нужно очищать. Дома от людей. Мерзкие никчемные туристы. Как они смеют обижать моего золотого мальчика? Да, нормально, мам. Я не могу понять, что мне надо сделать. Угу. А как мне туда попасть? А, я все понял. Смотрите, смотрите, хотя бы. Хорошо, у меня закажи Зори, как и с кубиком. Та-дам. Ай, мам. Ки-ки, мама. Да, нет. Ложку отрубили, но прием я выучил. Убей последнего мальчика. Он бухой и меня не видит. Вот. Так как, я нажал же раньше. Мы еще должны видеть. Так, угу. Я очень кровожадный. Обманный ход уровень 8 из 13. Интересно, что мне мама скажет? Не волнуйся возле озера, Джейсон, ты не очень хорошо плаваешь. Ладно, мам. Я должен упасть в озеро. Как мне это сделать? В другую сторону я не пойду, а потом в озеро. Какой обманный ход. Ладно, пожалуйста. Да, может, пытать. Пойду, мерзко, ты не спасать, я прикончил. Но как? Что? Ничего, может, где-то есть? Бочки! Да. Может, конечно, не хотела мне что-то сказать. Как? Я в какую сторону пойду, я упаду, да? Ки-ки, мама! Ки-ки-ки-ки, мама-мама! Что такое? Как мне на него сзади напасть? Дайте мне. Добили, да. Мне все, я сейчас не знаю. Вот лежать. Лежать его. Да, можно его обмануть. Ой, нужно на этого сзади нападать, а не на того сзади.
Вот, не то, что он означает. А это бухая девочка. Она набухалась. На-на-на-на-на. Ой, хватали тебе. Можно все-таки намочить его? Дитя подвала. Фу. 9 из 13. Ну, уже 20 минут. Ты, мама, не волнуйся, милый, я зря не пришла. Да, надо попробовать начать. Да, я не копию, вот так. Что мне тут нравится? Ничего легкого нет. Как мне его убить? Надо вот так вот так. Что ты с ней сделал? Последняя девчонка. Почему все набухались? Почему она так похожа на глюкозу? А, не на девушку, глюкоза Ностра. Да, да, да. А другая еще девушка была вроде бы. И так же котябры. Крема горе. Не конвульсия от нехватки графона в крови. Ты можешь загнать туристов в вагон, Джейсон, накажи их за то, что они сделали. Так и есть, мам. Подсочи. Ты, блин, дурак. Пироман. В клубах дыма. Три сгорели. Одного я убил. Ну и этого тоже. Пацан. Тут где это? Тут же серийный убийца убил. Так, наверное, ничего, да? Угу. Спасибо, что простил меня. Жечь нельзя, помиловать. Идеально нужно подумать, где нужно запятую поставить. Жечь нельзя помиловать. Или жечь нельзя помиловать. Но нужно понять, где нужно запятую поставить. Мне кажется, жечь нельзя помиловать. Шаукан. Как мне играть туда? Да, больше куда? Если я туда пойду, то я никак туда не дойду. Что за бред? В общем, что-то странное. Слушай, мама, Джейсон, вот... Кого не себя даже. Да, мне уже полезно надо сказать. Тут тоже бесконечное количество ходов. Что там за стрелочка? О, ну. Я ну говорю.
У меня время кончается. У меня 50, 25 минус 4, все. Я сейчас это, все, я отключаюсь. Даже на 10 секунд прошло, нет. Все, на. Все, второй уровень этой жажды. Уже на полминуты.